Работая в современном городе, зодчие оперируют не только категориями пространства, но и времени. Заглядывает в будущее, изучает, творчески осмысливает наследие минувших эпох. Москва дает ему для этого поистине неограниченные возможности. Каждый район имеет свои особенности, свои традиции развития. Например, это оживленная магистраль, Ленинский проспект, где сосредоточено множество крупных научно-исследовательских институтов. Здесь же разместилась и штаб-квартира нашей отечественной науки, Президиум Российской Академии Наук. Поэтому не кажется случайным, что рядом с площадью Гагарина выросло и новое здание Академии, став подлинным открытием в московском градостроительстве, символом столицы, динамично меняющей свой облик. В нашей русской традиции национальной и в архитектуре было свойственно всегда чувство праздника, загадки и сказки, открытий. А мы себя так принизили, так постригли, так боялись десятилетиями, чтобы что-нибудь вдруг возникло какое-то неожиданное, чуть-чуть не в попад. А без этого нету города, и Москвы тем более без этого не существует. Поэтому вот для меня это было очень, очень важным, чтобы найти какой-то свой принципиальный образ в этом здании, свой язык. Вот только здание Академии имеет такие короны. И я уверен, что никакое другое здание по существу, по смыслу не может претендовать на корону на голове. Потому что одна такая организация в судьбе государства российского. Одна особая роль и особая стать. Образный строй сооружения базируется на сложных ассоциациях, традициях мировой и национальной архитектуры. 30 лет тому назад был проведен конкурс, и наша молодая команда хорошо понимала, что если мы не выдержим в этом соревновании и не одержим достаточно убедительных успехов, не достигнем там достаточно убедительных успехов, то, в общем, как бы нам и в Академии-то будет нечего делать. То доверие, которое было, так сказать, как бы по традиции, по инерции нам передано от руководителя академпроекта, академиков Щусева, Желтовского, значит, все это мы могли бы потерять. Поэтому мы сделали все возможное, мы сделали, разработали несколько вариантных направлений проработки такой композиционной и градостроительной версии. И одержали очень существенную победу. Мы завоевали тогда, наш коллектив, и первую, и вторую, и поощрительные премии. И на фоне вот этой очень внушительной и очень радостно воспринятой в академических кругах победе молодой группы архитекторов собственного института, мы получили уже, так сказать, твердо право продолжать эту работу. Место это, на живописном берегу Москва-реки, по соседству с заложенным еще в XVI веке Андреевским монастырем, словно было уготовано заранее. Присутствие древнего монастыря многое предопределило в композиции, в необычном образе нового сооружения. В стенах монастыря были собраны образованные монахи, которым было поручено, и которые занимались переводом святых книг древнееврейских, греческих, арабских на кириллицу. Таким образом, здесь, как бы на базе так известного Ртищевского братства, здесь, значит, заложились основы и закладывались основы будущей славяно-греко-латинской академии. И вот эта культурная традиция этого места, особая печать этого места, она, конечно, была очень важна для руководителей Академии наук в плане вот этой преемственности культурных традиций. Для меня архитектура – это живая музыка. Я думаю, что сама музыка живет в архитектуре, а в хорошей архитектуре живут краски, свет пространства. В этом пространстве звуков и света
как бы и осуществляется и жизнь человеческая. Архитектура формирует вот этот искусственный мир, защищающий нас от гигантского, от Вселенной. Я считаю, что нашему национальному российскому сознанию очень свойственна такая вера в нашей сказке национальной. Как бы для меня много есть ответов. Помните «Чудо Невидаль»? Вы знаете, когда вот я делал, и когда рисовали с моими коллегами, моими партнерами, фантазировали, изобретали вот эти короны, я представлял себе как бы совсем из сказки ситуацию, даже, может, из наших каких-то сказок, переложенных уже на язык кино, мультфильма, когда стоит мужик, пришедший в город, значит, вот перед храмом, снимает шапку и говорит: «О, ё-моё, вот чудо невидаль». Великий Платон в своем трактате «Академия» говорил и мечтал как бы об устройстве идеальной академии, как известно. И ему там принадлежит мысль о том, что академия как сооружение, как здание, как система зданий должна обязательно иметь внутреннюю площадь, которую он предполагал должна обладать особым свойством для контактов, для разговора, для диалога, для бесед между учителем и учениками. В какой-то степени работа над этим комплексом зданий Российской Академии Наук, она опиралась на эту, в общем, такую подаренную нам из истории мысль. Так родилась идея построения комплекса зданий здесь, у Калужской заставы, над Андреевским монастырем, в виде каре, состоящего из разновысоких, разновеликих объемов и зданий. Четко выверенная пространственная структура комплекса, уважительно повторяющая построение Андреевского монастыря, не препятствует свободной игре форм. А характерное для русского зодчества нарядное сочетание белого с золотом, венчание башен сродни куполам и шатрам российских храмов. Золотое смальтовое покрытие стекол чутко реагирует на состояние неба, время суток, изменение погоды, придает мажорное, особо торжественное звучание, особую эмоциональную силу этой архитектуре, архитектуре, демонстрирующей возможности современных строительных технологий. После знаменитой кунсткамеры, созданной по распоряжению Петра I архитектором Трезини, это, по сути, второе в истории России специально построенное главное здание Академии. В этих залитым светом пространствах, каждое из которых решено в своей особой цветовой гамме, все продумано до мелочей. В создании целостного художественного образа важная роль отведена освещению. Мотив кристаллической решетки положен в основу модуля люстр, изящных бра, фонарей. Архитекторами предусмотрена возможность легко сориентироваться внутри огромного здания по башне главного корпуса, которая служит своеобразным маяком. Ее видно из всех внутренних помещений главных общественных зон. Назначение помещений продиктовало и разнообразие планировки, колористические решения интерьеров рабочих кабинетов, аудиторий, залов заседаний, рекреаций. Эта масштабная работа была осуществлена архитекторами в тесном сотрудничестве с учеными, с руководством Академии. Проект задуман таким образом, что вся деловая жизнь академических структур, отделений, секций, советов, самого президиума, руководства Академии, залы, все находится на уровне 10 метров над платформой, основной платформой здания, то площадь навсегда была задумана открытой
для горожан, для москвичей, для гостей. И уже сегодня, хотя еще здесь не развернуты кафе, зонтики, стулья, как мы полагаем, в ближайшее время все это оживет такой естественной городской жизнью, уже сегодня сюда в субботние воскресные дни, зимой, летом уже приезжает очень много людей. Отсюда открывается фантастическая панорама на Москву, на Кремль. Выдающийся французский архитектор Жорж Кандилес писал: «На меня произвело особое впечатление, что этот ансамбль доминирует над окружающей его частью Москвы, придавая своеобразие этой части города. Это произведение устремлено в будущее архитектуры». Появление такого крупного многофункционального комплекса, у которого как бы две задачи: внутри науки и общественная, и государственная задача, то, что соответствует как бы существу деятельности самой академии, естественно, должно было бы повлиять на изменения и прилегающих территорий этого городского узла. И тогда уже в программе конкурса по рекомендации Михаила Васильевича Пасохина были заложены требования по дать предложение, каждый конкурсант должен был дать предложение по изменениям и предложениям, которые могли бы произойти в этой части города. Мы тогда сделали первые эскизы, в которых уже предлагалось перекрыть железную дорогу, забрать ее под землю, вернуть городу новые территории, вернуть площади и общественные функции, дать возможность пешеходу, так сказать, не подвергаясь опасности от автомобиля, путешествовать здесь, так сказать, получать удовольствие от жизни, посещать объекты культуры, научные центры. Что касается, значит, отношений к соседним территориям, напротив здания Академии, через платформу, возникнет новый вход к территориям парка культуры в Нескучный сад. Значит, будет, так сказать, не только с Крымского вала, но и от площади Гагарина такие входы в этот наш крупнейший московский центральный парк. Преобразуется площадь, собственно, Калужской заставы. Затем здесь, на пересадочном узле метрополитена, городского транспорта, кольцевой железной дороги, которая по решению правительства будет преобразована в новую скоростную пассажирскую магистраль, будет создан крупнейший деловой и торговый центр. И затем получит преобразование и улучшение вся жилая, жилищная программа этого узла. Одним из таких первых объектов, которые начинают реализацию жилой программы всего большого комплексного проекта, является вот такая небольшая такая деловая деревня, жилой комплекс с деловыми помещениями, с симпатичной там инфраструктурой, небольшими общественными, культурными пространствами, выходящими на Андреевскую набережную. Мы построили это здание. И я бы хотел сказать, что построили мы его, в общем, замечательными коллективами рабочих, специалистов компаний, как наших, Академстроя, Монтаж спецстроя, Стальконструкции, Стальмонтажа, так и с замечательной западной компанией Загреба Индустрогранья, которой принадлежит особая роль. На них выпала задача выполнить все работы по отделке, интерьерам, инженерному оборудованию, то есть сложнейшие и самые деликатные, и самые изящные работы в реализации этого проекта. Градостроительная реконструкция территории, в которой нуждается Москва и москвичи, поручена акционерной компании «Симантек». При активном участии и поддержке правительства Москвы она обеспечит реализацию этого крупного проекта. Строительство тут Международного центра науки, информатики и передовых технологий, нового здания стран Содружества. У архитекторов и строителей впереди большая напряженная работа.